Так, ну что, дорогие друзья, мы с вами приветствуемся на новом, очередном, точнее, игровом дне всей квалификации к International 4. У нас второй, получается, игровой день и по счету первый матч, но суммарно, получается, матч уже восьмой. Будем сегодня заканчивать, смотреть групповую стадию, посмотрим, будут ли у нас выявлены сразу 4 фаворита, 4 претендента на плей-офф, или же придется играть тайбрейкеры. Это мы, конечно же, узнаем уже после того, как достримим. Ну, а сейчас 4 матча подряд. Best of 1, как и вчера, будем смотреть за все матчами. Итак, Мифтраст против Минески сегодня открывают день, и это первый матч. Итак, Минески, да, играет на за Реддентов, Мифтраст играет за Дайр. В банах у нас Нага Сирена, Эмбер Спирит, минус Ликантроп и Инвокер. Бэтрайдера ферстпиком забирает Мифтраст. Минески взяли себе Дума и Шадоу Демона. Ну и второй пик. Второй пик на капитанском слоте Лейклс. Так, а думает, что же брать еще? Давайте, наверное, посмотрим быстренько за текущим положением команд в рамках этой квалификации, на что они претендуют. Вот вам сеточка. Итак, Минески у нас пока закончили первый игровой день со счетом 4-2, то есть у них 12 очков. Это точно фавориты попадания плей-офф. Пока борются за второе и третье место. Ну, в целом, неплохой результат. Сегодня нужны, конечно же, только победы. Ну и ребят из Минески. Это Минески, извините. И Мифтраст. А, вот они на пятой позиции, вот я вижу, 3-3 у них счет, 9 очков. Ну, в принципе, тоже еще претендуют, еще на что-то претендуют. Они вместе с MVP Феникс пока делят четвертую и пятую строчку. Тоже нужна только победа, проигрывать ни в коем случае нельзя. Ну, вот давайте быстренько сравним две команды, что мы тут получим. Получаем... Ага, ну, получаем, что винрейт у них примерно одинаковый при... Ну, примерно одинаковое количество игр, так далее. Да, вот в киллах, например, да, побольше делают Мифтрасты. Поменьше смертей у них, ассистов побольше. Говорит о том, что в целом команда играет подружнее, поактивнее. Ну, по лосхитам, видимо, Минески побольше, ввиду того, что они получше, видимо, фармят. Больше пассивно играют. Ну, ГПМ, XPM, соответственно, у них тоже немножечко побольше будет. Давайте возвращаемся в пик. Что мы здесь увидим? Здесь мы увидим, что идет вторая стадия банов. Убирают, видимо, СФа. И... капитан команды Минески тоже думает над своим очередным баном. Пока вроде бы все дефолт, но вчера мы и Бэтрайдера, Трентов, Думов и Шаду Демонов тоже видели. То есть пики у нас за ночь не поменялись. Вот Дазла минусуют, видим, ребята из Минески. И еще по одному бану осталось сделать. Ну, как и прежде, вот эти 4 матча, которые я сейчас озвучу, будут комментироваться на этом канале. Сегодня у нас играют здесь Мифтраст Минески первый матч. Потом Orange Сайф, потом First Departer против MVP Phoenix. Ну и Зефиры против XTN будут заканчивать сегодняшний игровой день. Ну, как я уже вам сказал, если получится по окончанию текущего дня одинаковое количество очков у претендентов на попадание в плей-офф, у нас будут сыграны тайбрейкерс, как, собственно, и в американской квалификации. Также, собственно, будем играть по системе Best of 1, круговая стадия между теми, кто претендует на выход, и там уже будут уже и таймбрейкерсы решать, да, то есть кто быстрее выиграет, тот окажется покруче, и тот выйдет в плей-офф. Такие дела. Так. Ну что, минус вайпер, минус морфлинг у нас во второй стадии банов уходит. И вторая стадия пиков пошла. Вивер, третий пик от Минески. Ну, напикивают себе пока триплу. То есть есть суппорт Shadow Demon. С Вивером весьма неплохое сочетание будет. Дум, ну, Дум либо в качестве семи-суппорта, опять же. Но, скорее всего, это будет оффлейнер какой-нибудь. Ну и Мифтраст. Взяли себе оффлейнера, взяли Трента в качестве суппорта. Пока еще не палит особо свою стратегию. Посмотрим, через каких героев будут играть. Уже есть хороший инициатор-вырыватель, Бэтрайдер. Но теперь надо еще определиться с мидерами и с керри-героями. Рубика собирают. Ну что, пока тоже, опять же, не показывают своих основных персонажей. То есть не говорят противнику о том, кем они будут играть и чем будут втаскивать эту карту. Пока забрали вот суппортов. Ну, более-менее. Сложно пока оценивать этот пик. Все зависит от того, каких керри будут брать и какого митера тоже возьмут. Так, ну и Минески, Shadow Demon Weaver. Еще одного суппорта нужно бы в эту триплу взять. Хочется пикнуть сюда Эйнштопоришина. Прям вот идеально будет вписываться. С другой стороны, нужен суппорт, который бы обладал неплохим станом, что-то типа Лишрака, и можно было делать сочетание Shadow Demon плюс какой-то стан, да? Связка суппортов работала бы на отлично. Ну, например, хочется Мираду взять в качестве 7 суппортов тогда сюда. Пойдут ли на это Минески, вопрос? Сейчас узнаем.
Ну, вчера, наверное, Shadow Demon был одним из самых популярных героев в Доте. Не знаю, вот лично у меня на стриме они чуть ли не в каждой игре попадался. То с Мираной, то с Лишаком, то есть непонятно с кем, но был. В общем-то, и зачастую теперь именно этот суппорт берется чаще всех. Кентавр Варандер. Ну, в принципе, тоже неплохо. Вариант хороший. У нас под Shadow Demon неплохо вписывается. Да и в целом оффлейнер, конечно, прекрасный. Так, ну, получается, у нас тогда Doom будет в качестве семи суппорта в лесах. То есть Shadow Demon, например, Вивер у нас на легкой. Кентавр на сложной. Думаю, ну, в мид вряд ли, наверное, пойдет этим персонажем. Хотя, в принципе, можно и в мид. Ну, поглядим. Так, у нас четвертый пик, последний в этой стадии от Мифтраст. Ну что, Лейклс. Надо такого героя, который будет убивать и Думы, и Вивера, и Кентавра. Желательно, чтобы он еще был рейнджевого характера, то есть бил издали. Хочется вот этот пик прям взять Вайпера себе какого-то, но вот он уже в бане, к сожалению. Так что придется что-то другое брать. Наберут пока Dragon Knight в бит. Окей, пусть будет Dragon Knight. Ну, сам пик неплохой. Там и пуш потенциал есть хороший, ганг потенциал. В принципе, все этого героя есть. И последняя стадия банов. Ну что, там, по идее, должны убирать кого-то керри героя сейчас, ребята, из Минески. Неприятно для себя, но какая-то спектра, возможно, осталась. Да, спектру как раз убирают Минески и... И смотрим дальше. Ну что, вот последний манк красота тайландца, капитана у нас, это Энш Топорейшн и... А тайландца, от тайца. И Минески, last pick. Ну вот Энш Топорейшн, конечно, неплохо вписывался в этот пик, мы уже о нем говорили, к Минески. Ну вот его уже не будет, его забанили, нужно что-то брать другое. Ну если Шачок тоже идеальный вариант, на самом деле, вместе с Шаду Демоном побегать. Ну или Мирана, про которую забыли в этом пике вообще. Какой-то Сын Кинг, кстати, может тоже заехать. В банах его нету. Вот Сын Кинг, например, да, сейчас у Минески. Ну, как из вариантов, просто хороший суппорт, который может бегать и убивать. Ну что, филиппинцы у нас сформировали свой пик. Ждут оппонента. Ну и будем переходить к первой катке. Ну, Лейклс еще очень-очень много времени думать. У него еще весь резерв тайм остался практически. Ну, в целом, действительно, осталось подобрать только керри-героя. Проблема в том, что самых популярных керри-героев уже всех перебанили. А из того, что осталось, ну, я не знаю, только какой-то Герокоптер, возможно, заедет. Хотя я сомневаюсь, что он здесь, конечно, что-то сможет сделать. Какой выход тогда в данной ситуации? Брать какую-то триплу именно с... героев, обладающим хорошим прокастом, и давить с самого начала. Или что делать? Непростая задача у Лейклса. У Минески очень сильный пик. Да, кстати, получается, раз Синкинг у нас ласт пиком заехал, то в мид у нас пойдет Doom. И будет стоять против Драгонайта. Ну что, в принципе, неплохо. Там, если сожжет кого-то крипочка, два милишника друг против друга будут фармить. В целом, получится хорошо. Опять же, если не будет какие-то изменения по лайнапам, которые, кстати, вполне могут быть в данной ситуации. Например, хочется очень триплу команды Минески поставить сложную линию. Прям вот очень хочется. Очень хорошая трипла. Shadow Demon, Sin King, Fever. Отправить сложную, кентавр на легкую, например, Doom в мид, запросто. Ну вот Рейв Кинга забирают, вот он керри-герой, ну... Ну видели мы этого керри-героя, и вчера, и позавчера тоже видели, каждый день мы видим этого керри-героя. Ну, как получается, тоже, зависит от того, как он нафармит. В целом, герой-то неплохой, и вот это вот перерождение, это самый ключевой, наверное, его спелл. Но убивать Дума, Кентавра и Вивера будет очень-очень сложно. Ну, тем более, конечно же, Вивер, который будет способен кайтить этого Рейв Кинга. Ну ладно, пик у нас, тем не менее, сформирован. Давайте поставим ингейм и попробуем посмотреть за этой картой, первой картой. Что же у нас будет происходить?
Ну вот, обновился уже призовой фонд, он составляет уже порядка 5 миллионов 343 тысяч. За ночь, по-моему, на 120 тысяч, что ли, поднялся, если я не ошибаюсь. Неплохо. Так, ну и что? Ребята из Reddit'ов, давайте смотреть. Baby Loves, это, по-моему, замена, что ли, какая-то? Или что это такое? Играет на Сенкинге. G играет на Shadow Demon. ISXT будет играть на Вивере. Джей у нас на Думе, получается. И на сложную линию отправляется у нас Джесси Ваш на Кентавре. Окей, так, ну и Мифтраст. Мифтраст, Инкай будет играть на Тренд Протекторе. Лейклс, капитан команды на Брейвкинге. Абба, Драгон Найт. Бумбел будет играть на Рубике. Ну и остается у нас на сложной линии товарищ Патрайдер. Это кто у нас? Ты никнейм непонятно такой отсвечивается. А, это Кут. Квайт. Окей, пусть будет Квайт. Ну, быстренько пролетел, где поставил борты, заблочил спауны. Вроде все хорошо и не подставился. И не спалился, в принципе, тоже. Вивер приходит на легкую линию с Magic стиками. То есть примерно знает, против кого будет стоять. Это да, правильно, на оффлейн больше некому. Ну, не стали агрессивно играть Минески, не отправили триплу в сложную, хотя вполне, наверное, могли это сделать. Решили, что пусть Вивер лучше на легкой линии пофармит, а суппорты и так, если надо, добегут до топ-лейна. Тем более, что и суппорты, да, Shadow Demon плюс Инкинг неплохо сочетаются также и с Кентавром. То есть трипла с Кентавром вполне может быть на топе. Тут все зависит от того, где будут находиться ключевые оппоненты, ключевые герои у противника. Так, ну просит какую-то паузу, окей, ждем. Так, Doom у нас, да, действительно будет мидер, уже пропули его на два танка, есть Out Shield. Через вас ботл пойдет, будет стать, конечно же, под Драгонайтом. Драгонайт у нас тоже пропули на два танка, есть две веточки, тоже на фаст ботл. Ну, ботл у него появится быстрее, он не попал себе щиток. Это, в принципе, не особо-то важно. Да, ну и в Рейв-Кинг у нас тоже стал шилдом. Куча хилочек, стан уже прокачал, мы видим. Управляется с руной куда-то. Или на свою легкую линию. Ну, тут у нас, видим, тоже Кентавр быстренько успел поставить вардец. Ну, такой очень, знаете, интересный вардец. То есть, на самом деле, обычно от оффлейнеров ставится вард вот сюда куда-то. Либо же вот сюда, то есть, палит перемещение суппортов. Но вот этот вот вард, к сожалению, никакие перемещения не палит. То есть, все заходы из леса будут фатальными, скажем, прямо для Кентавра, да, то есть вот так вот будет проходить спокойно, и все. Кентавр об этом не увидит. Нужно будет, конечно, стоять предельно аккуратно на линии, иначе будет много проблем. Ну, сапог он себе уже приобрел, бумспид, конечно, хороший, там прокачать себе какой-то станчик еще, то есть эскейпа, в принципе, хватает. С другой стороны, там, конечно, и бешеное замедление есть, конечно же, есть disable, есть и direct stun, в общем, много всего есть. Поэтому, если захотят, конечно, Кентавра подловит. Ну что, наконец, крипы у нас встретились. Doom в миде против Драгонайта. Отлично. Снизу у нас Вивер уже подходит к своим крипочкам. Шикучий прокачал. Здесь пытался немножечко подстопить линию Патрайдер. Ну, кстати, что интересно, у него тоже здесь не стоит вода. Чтобы видеть перемещение суппортов, поставили только вот этот вот обсервер. Но в целом, вот эту какую-то часть он все равно цепляет. Ну, есть смог, конечно же, у Shadow Demon. И Санкига тоже есть смог. Это говорит там о том, что будут очень активными суппорты поначалу у Минески. Ну, опять же, сделать парочку пул, тут предварительно нужно разблочить спауны. И потом уже можно бегать и убивать. Ну что, очень даже интересно. То есть, в такой ситуации, в принципе, можно, наверное, и пушить линию, да? То есть, если попробовать купить себе Рико Базилиус и попытаться немножечко тавр подавить. Но вот Батрайдер, конечно, с этим делом будет очень быстро справляться. Его Firefly, он... против отпуша на первых левелах, конечно, очень сильная тема. Вот, видимо, он уже это продемонстрировал, то есть спокойненько. А перед своим тавером повелял, ну и крипы на него сагрились. Да, и спокойно получает себе второй с половиной левел, то есть немножечко линии не додержали ребята из Бенески. Ну, вот в этом плане, конечно, у Мифтраст все в порядке. Они линию держат спокойно, в Рывкинг ее не пушат, соответственно, кентавр у нас XP и денег не получает. Потому что пока у него только один левел, получил там XP за одного-двух крипов. Не страшно. Так, в миде у нас Doom тем временем есть ботл, есть аутшил. Драгонайт здесь тоже уже имеет ботл, левел 3. Ну, в принципе, вполне ожидаемо. Видим, что Doom у нас взял кентавра. Ну, скушал, в смысле, кентавра. Illusion. Неплохо так на все время. Сенкинг ворует руну иллюзии. Здесь пробегал также Сенкинг. Пытался на него позариться здесь Тинки. Ну, тут просто разбегается, пока ничего интересного не происходит. То есть ребята фармят. Единственная активность, опять же, я жду вот от этой... пары суппортов, рывки с Shadow Shaman плюс Sinking. Вполне способны они уже перемещаться, потому что есть Soul Catcher, есть Disruption.
Но Сакига, конечно, есть Barrow Strike. Кстати, он до сих пор первого уровня, там, я не знаю, делал себе какие-то стаки или что. Но он, видимо, расправлялся с антривардами, ставил этот вот центри, не нашел. Чужой обсервер. Наверное, придется делать все-таки стаки здесь. Смотрите, активность уже от суппортов Мифтра. Спину будут заходить два суппорта. Но Эйджей-то может стрять, а? Попытается уже разметиться с ним по ХП. Вот нашли Дума. Дум включает скорость торф. Телекинез, лич сит. Большие проблемы у нас у Джей. Стоун стан залетает Драгонайта. Профайр, это First Blood. Да, ну, в принципе, вполне ожидаемый First Blood. Я не знаю, почему не среагировал никак Дум. Должна была информация быть от оффлейнера, что пропали суппорты. Нужно было отходить, конечно, назад под свой тауэр, но он слишком далеко ушел. Окей, ФБшечка у нас за ребятами из Мифтрас. Начинают они хорошо. Напомню, что Минески пока турнир на положении держится покруче. Больше у них шансов на попадание в плей-офф. Ну и проигрывать, конечно же, никак нельзя. Ну да, по итогу вообще первого игрового дня, по-моему, только у Зефиров не осталось таких шансов. То есть они там 1-5, что ли, провели первый день, соответственно. А попасть они в плей-офф уже точно не смогут. Поэтому игры с их участием, наверное, уже не представляют какой-то особого интереса. Так, ну смотрите, возвращают суппорт у нас у Мифтрас на линию. Ну, тут кентавр все прекрасно видит, да, под свой тавр отошел. Бумбел пытался инициировать, не получилось. Да, ну и не прошла инициация. Но наконец побежали уже суппорта в исполнении Минески. Шадо Демон плюс Синкинг на 4-й минуте. Ну, Синкинг по-прежнему левел первый, видим. Не получил себе нисколько экспы, там сделал себе два стака. Потом будет через шторм фармить. Видите, здесь Драгонайта, не нужно бы дать руну. Не дает. Пытается не дать, конечно же, есть подкопчик. Пошел дисрапшн. Будет солкетчер. Сейчас будет станчик от Дума. Не по таймингу станчик, кстати, кидает. Получает стан наоборот от Драгонайта. И Драгонайт просто убегает под Ливинг Армором. Бэтрайдер здесь, выдает первый стик на Палма. И вообще ничего не получилось у ребят Минески. Ну там, конечно, в идеале должно было получиться так, что Шадоу Демон должен был первым идти, да, чтобы скинуть дисрапшн и солкетчер. Уже потом был бы Barrow Strike. Но Синкинг пошел первый и не хотел просто давать руну противнику. Да, но ничего не получилось в итоге. Magic Stick уже 5 зарядов имеет Дживер, уже 6 получает. Ну, пытается, конечно, ему немножечко подпортить жизнь здесь Бэтрайдер. Но в целом тут уже 1700 монет на самом деле. Вивер имеет топ-2 КС на карте, только немножечко отстает он в Рейфкинга. Рейфкинг уже имеет рецепт на Hand of Midas. Ну, я думаю, что Вивер тоже не постесняется себе этот артефакт прикупить. Должен уже, наверное, отправлять к себе в путь рецепт. Ну, смотрите, как Бэтрайдера жестко-жестко прям пытается отгонять от крипов. Ну, там, правда, еще два тангусика есть. И, конечно же, есть Living Armor от тиммейта. Так, в миде Doom у нас 1000 монет после сапога и ботла. Левел 6, наконец-таки появляется ультимейт. Dragon Knight у нас без ульты пока, левел 5, но есть уже ПТ. И ботл также обучится через курьера. Он готовый медас уже в рэпкинга. Попытка зацепить, кстати, кентавра. Стан залетает от Лейклса. Еч лишь чит. И, ну, без шансов. Просто без шансов. Забрали. Подставился кентавр на рейндж телекинеза. И, в принципе, за это был наказан. 2-0 в пользу Мифтраста. Ну и медас себе готовый сразу покупает и вивер. Такое вот начало, в принципе, начало за ребятами из Мифтрас. То есть они аннигилировали топ-лейн, аннигилировали мид. Хорошо гангали, так что это, в принципе, должно было дать им небольшое преимущество поначалу. Единственное, конечно, что снизу Вивера все хорошо пока. Хоть и КС не топовый на карте, но в целом он медас себе собрал, значит, будет выфармливать себе много-много шмоток. Так, хейст от Бэтрайдера. Левел 4, ну пора уже отправляться в свой лес. Он, видим, после сапога имеет 29 монет. Можно пойти сразу в фастдагер, можно купить себе предварительный транквил буцы. Но самое главное, что в лесу он должен уже себе наделать стаков и просто выфармить. А вот эти вот движения под хостой туда-сюда, это что-то непонятное. Ну вот, наконец, отправляется, да. Выбрал, куда же ему идти. Так, ну а здесь что-то демон с Инкигом снова пытаются кого-то поймать. Ну, по-прежнему есть еще один смог, есть сапог уже у Инкига, левел 2. Хочется убить Драгонайта, очень хочется. У него уже есть форма. Первая попытка была явно неудачной. Ну, если здесь как-то и гангать, то есть с позиции Рейден, то только вот так вот, да? То есть обойти слева по миду и зайти в спину. В лобовую атаку, конечно, очень тяжело будет нападать. Но сейчас Джи ищет топного момента, дабы ворваться. Так, подстанил у нас Дум, пошел у нас вперед Шадоу Шаман. Ну и все, то есть да, через мид вот так вот зайти, ну просто нереально. Вот эти спуски, подъемы, конечно же, Драгонайт обладает хорошим виженом и спокойно уходит. И снова не получилось. Снова терпит фиаско у нас суппорты и команда Минески. Рывкинг продолжает фармить. После их эндов Медаса купил себе сапог. Кстати, Дум тоже у нас выходит через Медас, что интересно. Два Медаса уже на команду Минески есть.
Ну, это достаточно правильное решение, да, то есть, когда у вас все плохо на линиях, вы можете купить просто 2 мидаса и уходить в глубокий-глубокий деф и фарм. Играть именно с позиции обороны. Ну, вот, наконец, спину заходит Shadow Demon плюс Inking. Но я оба что-то чувствует. Оба чувствует, не подставляется. Вот лишнее движение сейчас делает вниз. Дает префайр. Ну нет, здесь еще пока ребята не реагируют. Стягивается Такин Тауэр, смотрите, в лесу пытается поймать. Видите, здесь Бутрайдера, Бутрайдер. Вообще ничего не получается, ребята, с Мифтра. Смотрите, пошел Драгонайт, очень опасно пошел. Ему в спину заходит Минески. Ну, Драгонайт, единственное правильное решение для отхода. Ставится Вардец и уходит. Так, Робик тем временем левел 5, кстати, себе уже получил. Есть сапог, 6-4 у него КС. 2 ассиста он получил, поэтому очень-очень много экспы, много левлов. В целом готов уже прокачивать себе ультимейт. Драгонайт с ботлом левел 7, 4-й брефайр уже имеет. Подфармливает им, конечно же, крипочку, 2-4 на 2. Не идет он через мидас, но, в принципе, Драгонайт он не особо нужен, да? Важнее задача купить себе БКБшку какую-то. И будет все окей. Лейгл со временем разменит ПХП Кентавра. Не боится давать уже станы вплотную. Достаточно сильный стал в Рейв Кинг. Видим, что прокачал на разочек еще и Mortal Strike. Левел 7. Также он прокачал плюсики пару раз. Radiant's top tower is under attack. It shall encroach no more. Так, ну, Terrain Protector занимается тем, пока что делает пулы. Он пока левел 4. Рубик как-то больше каким-то образом у него левелов получил. В принципе, не особо важно. Драгонайт у нас продолжает обойти курьера тоже. Ну, а суппорты сместили свои леса и начинают делать пулы. Да, не получилось ничего сделать абсолютно на гангах, хотя и очень активная табла была. Просто очень комфортно себя чувствует о линиях Мифтраст и не подставляется под эти, казалось бы, банальные перемещения от противника. Ну, вот, наконец, начинает Синкик уже фармить себе на даггер. Есть 640 монет. Но очень много времени потерял поначалу, конечно, без результативные эти перемещения сказались. Итак, Вивер у нас покупает себе кольцо после Hand of Midas. 1000 монет сверху есть. Будет выфармить себе, конечно же, Линкин сферу. Дум у нас, ну вот после Мидаса появляются у него фейзы. Ну, в принципе, после Мидаса у всех какие-то шмотки уже начинают появляться. Сапог. Протектор. ПТ есть у Драгон Найта. Так. Ну и Лейклс уже начинает пробивать тавр, причем очень даже неплохо, в соло. Без какой-либо помощи, без особого сильного пуш-потенциала, просто бьет тавр. Снес уже порядка 70. Чего не может сделать здесь на скин тавр? Сапог у него есть 570 монет. 500 монет только-только. Даггеры, конечно, еще далековато. Покупается трактор. Так, но там Бутрайдер, я заметил, уже появляется даггер. Знаете, намного быстрее, чем у противника, поэтому можно его как-то реализовать. Ну, а реализовать его можно только там, где прекрасный кентавр. На теренин, наконец, в спину заходит на... Кого? На Рубика? Дум. Он просто кинул ультимейт, оставил его просто гореть. Но здесь, на самом деле, Рубик просто переживает. Так, Дум. Не очень удачный момент для отхода выбирает. У Абы был стан, я не знаю, почему он его не проюзал. Вполне можно было цеплять. Приходит у нас еще и тренд. Кидает личсит, есть замедление. Хорошо, идет до конца, конечно же, Dragon Knight. Отличная возможность сделать еще один фраг. Фейтболт. Будет ли станчик? Так, Рудкинг теренем забрал Кентавра в соло. Так, смотрите, и Дума -то тоже будут убивать. Это будет четвертый фраг. 4-0 в пользу ребят из Мифтраст. Нет, тут Рудкинг, конечно, он как с цепи сорвался. Он еще и Тавр забирает. Вообще просто прекрасная игра, опять же. На 11-й минуте встречи. Правда, снизу Тавр тоже отдали, но это такое. 4-0 в пользу Мифтраст. 11-я минута встречи. Смотрим по графикам. По графикам, видим, преимущество Мифтраст есть, но оно, видимо, не особо-то и большое, да? То есть всего лишь 1000 в плюсе по XP. В плюсе они на 2500. Ну, почему по деньгам они так много не вывозят? Во-первых, потому что они там потеряли трассу. Во-вторых, что у команды Минески есть два Мидаса, да, у Вивера и у Дума. Поэтому, собственно, по нетворсу они будут всегда вровень идти. 2600 от Вивера. Да, хватает уже на ультимейт торп. Возвращается Джесси Ваш на сложную линию. 500 монет по-прежнему. До даггера далековато, нужно терпеть. Фрейв Кинг покупает себе Мэйшторм первым же артефактом. Ну, очень становятся серьезными и сильными ребята из Мифтраст. Необходимые артефакты уже, в принципе, собраны. Ну, разве что Драгонайту не хватает какого-то БКБшки. Но было бы странно увидеть БКБшку в 12-й минуте. Да, ну и совсем не та игра от Пинески, которую, например, мы видели вчера, да, то есть, когда они ходили, не прощали своего оппонента. Здесь у них явно ничего не получается, early game lead. И нужно как-то выбираться из этой ямы. Ну вот, Синкинг близок к тому, чтобы купить себе тоже дагер. Осталось там всего ничего. 200 монет. Shadow Demon левел 5 сапог. Ну, я думаю, покупать себе баклер, будет делать себе меказм, конечно же. Ну и кентавра оставили наконец на легкой линии. В соло можно фармить. На сложной линии, но тут крипы рядом с 2 тавром, поэтому комфортно.
Так, ну и уже начинаются вылазки от Пифтраса. Это, в принципе, правильно. Не нужно ни в коем случае оставлять противника на своем свободном фарме. Нужно перемещаться, гангать, бегать, убивать. Вот они этим и начинают заниматься. Ну, Батрайдер есть дагер по кулдауну лассо, конечно, можно делать фрейвы. Вот он, например, Дум стоит. Firefly. Бита здесь Дума. Ловит лассо, конечно, без шанса. Приходит у нас сюда отряд протектор, дает лич сит. Рубик тоже рядышком. Будет какой-то телекинез. Сам тоже своровал, видим, скорчторф. Но пробить-то надо, но смотрите, какой бешеный Дум пытается уйти стан. Он ловит, видим, от фрейфкинга. Это фраг. Сенкинг делает подкоп, не дофармил себе на дагер Сенкинг. Да ладно, приговаривать его дагер тоже не будет. Приходит Джесси Ваш тоже без дагера. Зачем вы все сюда лезете? Отдайте просто Дум. Оверкрафт, боже. Такой фит от Минески. Минус 3. Дум сделал байбек. Зачем он это сделал? Я не понимаю, что творят ребята из Минески. Вообще не понимаю. Есть подкоп у нас уже от Дума, ворованный от Рубика. И, ну, Дум умирает после байбека. Тут, конечно, Драгонайт и Транспротектор тоже отдались, потому что потянулся там у нас Вивер. И какой-никакой ДПС он выдать может пока. Мэтрайдер танцует. Если у него дагера в случае чего, и уйдет. Курьер, кстати. А через Firefly спокойно через текстурки убежал. В любом случае, заход получился провальный от Минески. Потеряли не все, что только можно потерять. Дум после байбека умер два раза. То есть, ну, это такой... Суммарно умер два раза, да. И после байбека тоже вернулся, умер, в общем. Тяжело. Ну, и Синкинг себе дагер тоже не нафармил. Ну, то есть, здесь какая ситуация? Вы, ребят, понимаете, что вы изначально дагера себе не успели выфармить на Кентавре и на Синкинге. Не надо лезть за мест, зачем вы это делаете? Просто подформите себе на дагер, потом будете уже врываться. А в итоге пошли, пофидели и бред. Не умирал, конечно же, в Рейвкинг, даже перерождение не потерял, у него есть 2000 денег после этого захода. Ну, очень много. Можно купить вообще быстрый Мьёльнир. Драгонайт у нас умирал, но купил себе Shadow Amulet, мы видим, и осталось 900 монет до Shadow Blade. Ну, Трента. Сапог. Там хороший оверграф, кстати, давал. Левел 6. Трайдер. Куда он лассо уже прошел. Ну и Рубик с ворованными шикучами. Есть Аркейн БЦ, левел 8. Ну и 15-я минута встречи. Вы знаете, ребята из Минески все равно держатся. Как бы там ни было, примерно сохраняют график на той же позиции, на которой себе Мифтрасты сделали преимущество. Конечно же, очередные смоки, очередные вылазки. Очень понравилось ребятам из Мифтраст так воевать. Ну вот он на легкой линии находится, например, Вивер. Виверу хочется моментально спепелить. Вот он Дум бегает, Дум убить очередной раз. Да, лассо очередное, конечно. У Джея огромные проблемы, это будет пятая смерть. Да, ну и таким образом, конечно, себе Минкадзе не выфармить. Отправляется таверну, кстати, купил он себе Робот The Маги, решил себе Драму Фэнджа сперва сделать. Dire's middle tower is under attack. Тяжело будет ему. Очень-очень тяжело. Ну что, 16-я минута встречи. 9-2 в пользу Мифтраст. Попытается, наверное, снести первый тауэр. Ну, это уже второй тауэр, кстати. На топе в Рейвкинг же один тауэр уже сломал. Купил себе, видимо, Киперстон. Да, и готовый Мьёльнир есть. На 16-й минуте с легкой линии Рейвкинг покупает себе Мьёльнир после ПТ и Мидаса. Отличные показатели. Я не знаю, Рейвкинг уже должен начать эту карту. Что с ним делать, непонятно. Ну и падает снизу тавр, клик фортификейшн. Пытаются ли подраться ребята из Минески. Есть Сенкинга, в принципе, дагер есть. Чем врываться? Кентавр. Стампит. Пошел убивать Драгонайта. Стан, Вивера залетает. Телекинезами откидываются ребята из Мифтраст. Тинхай. А и нет маны, чтобы дать Оверкрафт. Дум. И пошел вперед Вивер, нарезает Рубик. У Рубика большие проблемы. Еще одна плюшка. Да, есть фраг. Остальные вроде бы спаслись. Не, ну в целом с малыми потерями, скажем, малыми потерями отделали себя от Мифтраста, дали только Рубика, суппорта. В это время в Рейвкинг, смотрите, спокойно сносит тавр. Будет ли здесь попытка сдунайть? Ну, стан кинул просто Вивер, видим. И сейчас потеряет перерождение. Ну, главное, опять же, деньги получил, так что перерождение потерять не страшно. Ну, очень полезно, скажем, в это время провел нас этот вот герой Мифтраст. То есть, да, 4 плюс 1 система, она работает всегда. Четвером они снизу устраивали какой-то экшен. Да, окей, отдали Рубика, но в это время Рейвкинг выформил себе снова 1500 денег. И снова уже делает какие-то намеки на следующий артефакт. 9-3 пока счет в пользу Мифтраст. 17-я минута встречи. Тут около 3000 преимущества не встало. По XP пока 4 с небольшим. Ну вот удерживает пока еще текущую экономику. Это в Пидас у Минески, да? Вот этот вот Мидас на Думе и Мидас на Вивере, конечно же. Который уже, кстати, с Линкенсферой, без сапога, но в целом нафармил себе необходимый артефакт, пытается фармить дальше. 2-0-1, ни разу этот Вивер не умирал. Единственная, скажем, звездочка и надежда своей команды. Тинкей сапог, левел 7. Есть у него Ливинг Армор 4 уровня.
Лечить на один, но, в принципе, больше и не надо. Главное, опять же, сейвить своих тиммейтов только. Ну, а лечить нужно только для того, чтобы замедлить. Так, там у нас со временем Dagger появляется уже у Рубика. Очень-очень хорошо. Shadow Blade появляется у Драгонайта. Батрайдера скоро совсем будет уже форстав. Ну, конечно, с артефактами полный порядок. Ну, и Dagger покупает себе также Лейклс. Подготовить бы себе площадку для снесения Рошана. Так, Батрайдер влетает у нас. Дума, кстати, он не видит. Дум в инвизе. Так, Демоник Пурч пошел у Батрайдера. Большие проблемы. Подкоп от Сенкинга. Здесь, конечно, загулял Квайт. Пытается уйти, нет, не получится. Дум зарабатывает себе фраг. Опрометчивое решение, опять же, двигаться по чужому лесу без вардов. И, то есть, конечно, Драгонайт может отомстить. Стан, моментально, шату демона. Брефайр, лечит, пытается спрятать шату демона. Ну, отдаляет свою смерть на пару секунд, конечно же, будет умирать в любом случае. Кентавр прыгнул на Даггер, хорошо, Варграф цепляет Кентавр, цепляет также Дума. Здесь Вивер что подходит, подставляется тоже под стан. Какой-то дэмэдж пытается вынести, но, правда, там... На Драгонайте. Ой, по центре вардом. Еще один стан. Вивер. Подкоп хороший от Сенкинга. Спасает он своего керри героя. Пытается сам уйти. Ну, приговаривает его просто-просто Рубик, потому что сворованный дабл эдж есть. Рубик с дабл эджем, конечно, это классная тема. Ну и в любом случае, размен в пользу Мифтрас, конечно же, снесли опять троих. Потеряет только Бэтрайдер, но Бэтрайдер уже отреспаунился и пришел к своим тиммейтам. По это дело будет падать Рошан, но Брейв Кинга будет уже и Аегис. Ну, скорее всего, именно ему он достанется. Ну или можно, в принципе, отдать Драгонайту, так как у Брейв Кинга уже будет перерождение. В любом случае, Аегис будет у ребят из Мифтраста, это очень важно. 12 на 4 у них счет, 19 минута встречи, близки они к тому, чтобы побеждать. Ну, мы с вами говорили о том, что у Мифтраст пока положение такое, что они делят 4-5 позицию в рамках текущей квалификации. Соответственно, тоже прекрасно понимаете, проигрывать нельзя. С корейцами они там будут бороться за 4-й слот, и, возможно, между ними даже будут тайбрейкеры. Ну, если у нас Мифтрасты будут побеждать, конечно же, не будут проигрывать. Что тайбрейков не будет. Забирает себя Аегис. Мне просто хочется посмотреть, какие матчи еще остались у ребят из Мифтраст. Какие шансы вообще на победу. Ну, вот они будут играть против RRQ. Это вполне проходной матч, на самом деле. Больше матчей я у них не вижу. Да, в целом, конечно, они имеют неплохие шансы. А теренем забрали, в миде видим Дума. Сенкинг в ответ забирает Рубика. Оверграф залетел, подцепили, конечно же, здесь Дума. Моментально его спиляют. Сенкинг у нас тоже отправился в таверну. 1-2 в размен. Да, отставился немножечко Вивер. С пол хп остался. Так, ну и Кентавр здесь тоже забрали. Ну что, 1-3 размен в миде. На ровном месте влетает, там еще пытается зацепить Вивер. Вивер бегает. Ну там совсем скоро уже появится, думаю, Кем. Особо не будут церемонить с этим Вивером. И будут постоянно убивать. Ну и Тауэр тоже у нас снесен. 21 минута встречи. Так, ну и Гем. Гем есть уже у ТНК. Все очень четко и все очень правильно. Вы знаете, Мифтрасты вчера показывали не самую убедительную доту, а вот сегодня просто исполняют так, что к ним не придерешься. Ошибок было очень-очень мало. Практически нулевые ошибки. Такая игра, конечно, позволяет ему выигрывать у Минески. 21 минута встречи. Летает, бегает у нас пока еще Вивер. Но пока он еще может бегать, потому что гейм уже совсем скоро появится. Ну вот, Транспротектор уже бежит к своим тиммейтам. Так, Тюрень, смотрите, Брейв Кинга-то пытаются развести. Есть у него Аегис, но чуть было он его не потерял. Здесь Дум рядом. Нет, сейчас Тажин, конечно, лучше сохранить. Немножечко подождать, не врываться, и чтобы перерождение откатилось. Так, он очень интересно спрятался. Очень интересный Dagger, и он в деревьях застрял, да? Ну, Лейклс, конечно, продемонстрировал скилл и опыт. Ну что, по низу пошли Мифтраст. Есть у нас дабл дэмэдж у Драгонайта. Намеки на БКБшечку. Тогар Клап и Трилхаммер есть. Осталось только купить рецепт. Рубик Dagger. Тренд у нас Аркейн Буцы. Но у Вивера там появляется ПТ. ПТ после Ликинсфера. Ну и 1500 денег в плюсе. Дум пока собрал себе Меканзом и Драму Фенджерс. Ну, начальный артефакт он, конечно, купил, но купил их очень-очень поздно. Предварительно 6 раз на фидер, конечно. Не самая убедительная игра от Джея. Слишком много ошибок. Слишком много подставлений. Пытается сделать тэп-аут у нас здесь Вивер. Ну, сбить, понятное дело, нечем, потому что там Ликинсфера была. Прекрасно понимал таба и ману не тратил. Или потратил. Потратил. Смещается вниз Вивер, продолжает фармить.
Ну там же есть гем, то есть осталось единственное, что сделать мифтрастом, это пройтись по миду и все, до конца, до победного. Но сейчас через 20 секунд у Рейвкинга появится перерождение, и уже можно будет врываться, потому что у Бутрайдера готова лассо, есть у нее также Тайгер Форстав, тоже есть, кстати, гем. А, это тот сам гем, тот самый гем от отряд протектора, который нам передал. Решили пойти по низу, но здесь, в принципе, тоже стоит и два тауэр. В принципе, неважно, по какому лейну идти, все равно эти два тауэра нужно сносить. Спокойно, зашли, без сопротивления, конечно, тауэр будет падать. Пытается в размен от один тауэр на топе выйти, ребята, из Минески. Джесси баш, стакером со стала трактом буцами, пробивает тауэр, Джей рядышком. Пил все, как будет делать БКБ. Тут моментальный гейм фортификейшн, смотрите, готовы дефать, ребята, из мифтраст, моментально сюда куча ТП делается, одно ТП как раз на Т1 тавер, это в Рейвкинг, заходит в Дума, дает стан, должны успеть тиммейты, Бэтрайдер, все в кулдауне, конечно, Дагер уже и форстав потратил, и Дум под скорочным торфом давит на пяточки, через драмов Эджелсов, и Зи пытается уйти. До конца идет в Рейвкинг, и так где же лассо, подцепили лассо буквально краешком этого Дума, большие у него проблемы. Ну и Лекос его здесь не отпустит. Ой, еще и Шадоу Демон подставился на телекинезе. Шадоу Демон прячет дисрапшн оппонента. И будет умирать так. Беда, просто беда. Казалось бы, уже все, отпустили этого Дума, убежал он. Но нет, до конца идут ребята из Мифтраст. До Гера Форстаффа, конечно. Бешеная погоня была. Итак, по миду заходят ребята из Мифтраст. Последний внешний тауэр остался. Нужно его спасти, но и в целом потом можно сходить на ХГ. 4500 уже денег есть у Лейкоса. Посмотрите, 8.05 он отыграл в этой карте. Из 17 фрагов участвовал в 13, получается. Просто превосходные показатели активности. Лейкос действительно MVP этой карты. Драгонайт покупает себе БКБ. Ну и пошел дальше, смотрите. Ищет противника, получает, правда, подкоп. Потеряет его перерождение, скорее всего, здесь. Демоник Пур, Швивер тоже рядом. Накинул на себя Мьёлнир. Не спасло однозначно. И Кентавр прыгает, будут дальше пытаться лишать его жизни. Да, правда, есть Аегис, мы это не забываем. Дум на него повесили. Вот так много всего приходится тратиться на этого Рейвкинга. Ну да, конечно, сняли ему Аегис, но потеряли и Дум, и... Да и все, по-моему, да. Может, что-то такого основного не теряли. Остальное все у нас откатится. Так, ну и решили отойти, ребята, из Мифтраст. Нету больше перерождения у Рейвкинга. Покупает он себе, кстати, Тараску. Ну и в целом дождаться появления следующего Рошана. Там осталось... 2,5 минуты где-то, и можно уже, наверное, пробовать заканчивать эту карту. Да, ребят, напоминаю, что у нас трансляция доступна на 4 каналах параллельно. Так, на сирене Дума, врывы. На развороте решили драться Мифтраст. Подцепили моментально, Брефайр залетает, у Вивера тоже большие проблемы, пытается под шкучами уйти. Это ему удалось, кстати, сделать. Кентавр тоже неплохо ворвался, дал по всем прокасты и через стампит ушел. Это единственная проблема, по-моему, команды Мифтраст, то, что они не любят покупать себе меканцев, вообще ни у кого нету. В данной ситуации, при таких пушках, меканцев, конечно, это must-have артефакт. Ну и без него пока справляется, заходит сейдж крипом на ХГ, прогрызают Т3, конечно, Лейка с этой задачей справляются на 5 с плюсом, плюс и Драконайт помогает по драконформе, сильный пуш-потенциал, ну и пробивает милишный барак. 400 крис был на Лейкос, и зашел у нас Сэнкинг, тоже отъехал. Вивер раскидывается с формами, ловит стан, теряет Линкенсферу. Ну, не знаю, ничего не могут сделать. Слишком многое было отдано на early game. Слишком много. Падает барак. Ну, пытается цепить, да, в лассо зацепили, видим Вивера, накинули всей толпой и его тоже отпинали. Good luck от Лейклса. 9.06. Смещает сразу вниз, конечно же, 51 секунду не будет у нас Вивера. Есть смысл поставить байбеки. Ну, байбек у него есть, но тратить их смысла тоже нету. Хотя бы один последний замес, в принципе, продемонстрировать можно. Вот Сэнкинга пока нет эпицентра, правда. Полторы минуты еще не будет, конечно, очень много. Лейкос пока ловит стаки Шадоу Пойзенов. Просто пьет. Есть уже перерождение, в принципе, можно один раз дохнуть. Он принимает на себя спинный урон. Йолнир, Тараска, все как надо. Вот Сэнкинга его подкопал. Залетает флеймбрэк, Кентавр здесь, лечит телекинез. Умер один раз в Рейвкинг, сейчас будет перерождение. Замедляет очень-очень сильно оппонента. Ловит, кстати, Дум сразу. Нужно бы, наверное, немножечко отбежать. Демони Курш, Лейклса. Сэнкинг тоже врывается. Оверграф. Хороший, хоть оверграф в исполнении Тинкей. Правда, в рыве от Минески. И забирает еще раз Сэнкинга. Ну и, конечно, не будут отпускать Мифтраст. Такую возможность, скажем, для захода еще одного на ХГ. Шадоу Демона подцепили, снова врывкинг на Тагер, через Брефайр его убили, ну полный конгер, конечно, идет. Ничего не могут сделать Минески. И дождемся, конечно, за этой строчкой КВП. Снова врывкинг прыгивает, это раз на Дума. Кентавр спасает своим станом. Ну окей.
Radiant's bottom barracks are under attack. А Сенкинга там кем? Давайте, Ликинес разбобили лицо. Здесь видим Сенкингу. И рядышком бегает. Ну, в принципе, тоже можно убить. Лич Сид поймал. Хорошо, друг друга сейвит ребята из Мифтраст. Опять же, Либик Армор вообще здесь сделали чудеса. Да и Лич Сид, который выхилит всю свою команду, тоже большой-большой плюс. Ну что, и сносит нижнюю линию, ребята, из Мифтраст. Аккуратно. Минус две стороны сделали за один заход, получается. Ну, такой, за один продолжительный заход. Выиграли миллион себе денег. Ну, вот посмотрите на эти графики. Там уже вот просто скачок вниз. И это 20 тысяч преимущества по деньгам. По XP там около 15 тысяч. Решили отбежать. Топ-линия подпушена сильно. В принципе, можно по топу пройтись. Закончить игру. Можно оставить противника наедине с крипами. В любом случае, вариантов для выигрыша у Мифтраст, ну, просто миллион. Так, я вот смотрю время начала следующего матча, да, у нас Orange Sports против Scythe на этом стриме будет. Игра эта состоится в 7.20 сет, то есть в 8.20 по местному времени. Ну, по киевскому я имею в виду. Это у нас через... через 40 минут только. Ну, здорово. Будет, значит, продолжительная пауза после конца этого игры. Ну, конечно, пока еще мы не закончили, то есть все зависит от Мифтраст, насколько сильно они готовы затягивать эту карту. Сразу мы видим, закончить не хотели. Ну, то есть, была отличная возможность просто вот с пуша нижней стороны пойти на топ-лейн. И там суицидиться просто в сторону и снести все до конца. А они решили отойти и, видим, немножечко игру потянуть. Вот здесь Рубик, конечно, смогут убить. Китава рядом вместе с Сенкигом. Но если слишком жадный Рубик, он поставится. Да, он пойдет крипочком, хочет их пофармить. Стоит пока, получает экспу. Кстати, у меня тоже форстав дагер, то есть если на реакцию сработает, сможет уйти. Так. Аккуратненько, сзади. Здесь стоят варды, все прекрасно видно. Кентавр пошел, на дагере ворвался, кик тоже, бороу страйк есть, стан, эпицентр. Ну, конечно, Рубика так может не прощать. Его смотрите, он еще пытается уйти. Ливинг Армор стампит ворованный. Боже, что сотворил Рубик, вот это эскейп. И да, Гераут моментально. ТП аут, конечно, красавчик Бумбел. Да, уж принял себя абсолютно весь урон, в живых остался. Ну, тут же после таких моментов уже можно просто ливать. Так, бросить клавиатуру, там, мышку, наушники, все в сторону. И сказать, я такую доту играть не буду. Ну, жду следующего Рошана, ребята, из Мифтраст. Драгонайт просто его выжидает. Уже ничего не делает, не фармит там. Просто ждет. Купился, кстати, пайп после БКБ. Тоже у Трендпротектора появляется дагер. Бэтрайдер покупается Boots of Travel Ogre Club. У Врейфкинга Баттерфляй нарисовался. Вот появляется Рошан, да, моментально, через дабл дэмэдж. Быстро с этим Рошаном разговаривают. Там криты под 700 уже лейкался. Чтоб не убить, конечно, фейтболт. Ну, в принципе, я не вижу особого смысла идти по топу, например, можно пройти по миду или по низу. Игру закончить. Нет, они идут по топу. Аккуратно, хотят закончить игру. Все-таки, такая, вы знаете, последовательная, я бы сказал, игра, да, вот я другие слова не берусь даже говорить, потому что просто играют последовательно. Они не идут... сломя голову на противника, да, в лобовые какие-то атаки, в которых они в теории могут поиграть. Они играют на верочку. Вот теперь они поймали Вивера, мы видим. У нас с ним будет разговор короткий. Стан, Лич Сид. Ну и все-таки, да, по топ-лейну. Аккуратненько идет Лейклс, давит линию. 3-400 у него сверху уже есть, в принципе. Один вакантный слот будет после Аегиса, но в целом, конечно, 6-золотовый уже практически в Рейкинг. И это 31 минута, посмотрите на его шмотки. Можно посмотреть просто на Творсово, и вот вы увидите, все прекрасно. 24 тысячи он себе нафармил, 14 тысяч у Драгонайта. Пошел какой-то интересный стампит. Ай, там нашли Дума, Дум подставился, Тинкей ловит Дум. На развороте, Бэтрайдер. Стики на палм кидает, лассо у него, правда, нет. Но пытается сделать фраг, кстати, под дабл дэмэджем. Тинкей, большие проблемы. Тинкей-то будет умирать. Но понятное дело, что Дума здесь тоже не отпустит. Ну, а Тренд может сделать байбэк. Может позволить себе сделать байбэк. Брифкинг пошел дальше. Здесь также стоит Кентавр. В принципе, тоже можно его как-то убить. Но пока не видно, спрятался. Так, Disruption, Лейклс дерет против своих иллюзий, эпицентр, заходит у нас Драгонайт, практически весь эпицентр ушел просто в никуда, телекинезом его цепляют,
С руки Лейгас приговорил. Приговорил также одну демона. Это минус 3. Живых пока только Вивер и Китава. Китава вообще где-то сзади бегает. Ну, он на себя спуливает крипочков. Да, ну и ККВП наконец Бинес. Так что поздравляем Мифтраст. Первую карту они выиграли, причем очень быстро и в очень хорошем таком темпе. А, у нас будет небольшая пауза на стриме. Переключайтесь на другие каналы. Старалдер 1, Старалдер 2, Старалдер 3. Параллельно там матчи должны, по идее, еще идти. Так что смотрите, смотрите. Но потом возвращайтесь сюда. Ну или же юзайте мульти-твич. Я долго с вами прощаться не будем. Поставим немножечко музыки. Ну и готовим следующий матч. Еще раз напомню, следующий матч на этом стриме — это играть будут Оранжи против команды Сайф Гейминг. Сайфы, которые не очень уверенно вчера начали, проиграли почти все свои матчи. И Оранжи, которые еще пытаются спасти свою ситуацию и выйти в плей-офф. Ну тут видим, какой-то фейк ГГ во всей видимости прозвучало. Трон не падает, дерутся до конца у нас Минески. Бред какой-то. Ну и знаете, вот это вот поражение от Минески очень сильно на их... На их турнирном положении может сказаться. Если сейчас они троллить за топ-2, топ-3, то сейчас, конечно, у них будет значит спасти свое топ-4 положение в плей-офф. Очередное ГГ. Ну сейчас мы после игры, наверное, даже посмотрим. На турнирную таблицу. Правда, у меня пока нет результатов следующих игр. Там, по-моему, еще не доиграли, поэтому сложно будет оценивать. Но в любом случае, мы с вами примерно шансы подгадаем. Ну что там у нас? Опять ФГГ? Что тут происходит? О, трон упал! Что, трон упал? Давайте посмотрим. Посмотрим сеточку. Вот мне просто интересно. Ну и смотрите, какая ситуация. Минески проигрывают. У них 4-3. 12 очков осталось из 7 матчей, получается. Ну, в принципе, еще матчей-то много нужно будет сыграть. У Мифтраст 4-3 и тоже 7 матчей. То есть они сравниваются, Минески и Мифтраст. Сейчас выходят на один уровень, топ-3, топ-4. Будут сражаться дальше. Но по личным встречам у них, конечно, пока покруче ситуация. Но, правда, эти личные встречи не учитываться не будут. Это тоже нужно, конечно, иметь в виду. Ну, будем смотреть следующие матчи. Они там на параллельных стримах будут играть. Опять же, у Мифтраст будет игра с RRQ. У Минески будет игра против MVP Phoenix. Для них, кстати, очень важная игра. Вот, так что будем смотреть, дорогие друзья. Давайте надолго с вами не прощаемся. Прервемся на коротенькую паузу.